Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня очередная лекция «Политико-экономический компромисс». Ну вот мы с вами на некоторых начальных лекциях вопросы застряли, да? Причем речь шла о том, что политика – это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. И это процесс вообще длительный для каждого класса, который в конечном итоге приходит к власти. Долго очень шла к власти буржуазия, феодалы через многочисленные войны пришли к власти, да? В том числе через войны варваров против Римской империи. Ну и вообще надо сказать, что если мы ставим вопрос о том, что политика – это есть классовая борьба, так надо и подноситься к этому как к борьбе классов. А борьба классов, прежде всего, ведется за экономические интересы. В связи с этим встает вопрос, а что вот в этой борьбе классов? Только одна противоположность есть, а единства нет? Нас учили, что вообще всякое противоречие не только борьба, но и единство противоположностей. Уже сама борьба это предполагает. Какая это борьба, если не вступили классы в единство? Тем более те классы, которые мы рассматриваем в нашем курсе, в данном случае класс собственников средств производства или буржуазный класс, и рабочий класс, они, естественно, не могут существовать в этом способе производства друг без друга. Пока существует капитализм, без рабочего класса капиталист не может увеличивать величину своего капитала, а по определению капитала, капитал – это самовозрастающая стоимость. Но она самовозрастает только тогда, когда рабочий работает. Пока рабочий не работает, она не самовозрастает. Можно было бы даже, если бы тут был хороший мел, нарисовать график, который называется, графиком абсолютного обнищания работников при капитализме. Значит, по поводу абсолютного обнищания и закона абсолютного обнищания, много было всяких спорных публикаций. Вроде как Маркс говорил, что есть такой закон. А вот посмотрим, если по статистике, вот, допустим, в начале 20 века жили вот так-то рабочие при капитализме. А вот в конце 20 века уже гораздо лучше. И больше было потребления, и были известные достижения. Так, тем более, значит, где-то в 21 веке. Но, если мы будем точно рисовать график, то, как вы понимаете, вот, особенно на этапе империализма, идет постоянная инфляция. Идет постоянная инфляция, это значит не то, что вам кто-то объявляет, что вам повысят зарплату. Нет, никто ничего не объявляет. Это рассматривается как некое стихийное бедствие, и которое состоит в том, что реальное содержание ваших доходов и заработной платы постоянно падает, падает и падает. Причем тот, кто к этому подходил, ну, не с точки зрения зрителя, а с точки зрения исследователя. Я не знаю, читали вы книгу Кейнса «Общая теория занятости, проценты и денег». Я очень бы ее советовал почитать. По какой причине? Во-первых, так, по той причине, что эта книжка короткая. О, Джон Мейнард Кейнс, это английский лорд, известный экономист. Еще Ленин на него ссылался, некоторые книги. Джон Мейнард Кейнс, «Общая теория занятости, процента и денег». Ну, я думаю, о кейнсианстве вы все слышали. Что значит кейнсианство? Вот Кейнс после экономического кризиса 29-30 годов объявил, в своей этой книге, вот в этой книге она является такой ключевой, что рассуждения, которые были до этого о том, что капитализм не дает кризисов, неправильно. Маркс прав, а вот неправильно, что не дает кризисов. Кризисы при капитализме дают. И он предложил всякие рецепты смягчения этих кризисов. Эти рецепты сводятся к государственному регулированию экономики. Поэтому, скажем, если вот грубо говорить, монетаристы – это все, кто пропагандировали идеи капитализма до вот, конца 20-х, начала 30-х годов, монетаристы, до кейнсианства. И кейнсианство как система государственного регулирования, которая учитывает один простой факт, что если имеет место свободная конкуренция, если мы с вами свободно конкурируем, то или я у вас выиграю,
или вы у меня выиграете. А не просто, что мы так и будем все конкурировать. Не извините, если конкурирует, то мы сейчас вот говорили с вами о классовой борьбе, но внутриклассовой борьбы разве нет среди капиталистов? Тем более собственность, труд соединяет, а собственность разделяет. Собственность разделяет, это моя собственность, а не ваша, а это не моя. Поэтому кто-то из нас должен победить. Если вы победили, ну вы станете бы, если вы победили тех, кто вам противостоял в этой отрасли, вы станете монополистом в этой отрасли. А государство тогда, чтобы это безобразие, как вроде как считается, что вы все захватили, а вы захватили в честной конкурентной борьбе. Сейчас вот принято почему-то поддерживать тех, кто проигрывает. Это очень странно, дескать. Вот вы играли честно, я с вами боролся, вы со мной боролись, вы выиграли. Говорят, надо поддержать мелкий бизнес. Почему меня нужно поддержать? Ну, если вы выиграли, наверное, у вас лучшая организация производства. Если вы выиграли не за счет каких-то там махинаций, а за счет того, что вы обновляете технику, вы, соответственно, поддерживаете зарплату, мои рабочие хорошие к вам убежали, естественно, а что они будут у меня сидеть, когда у вас можно больше получить? Так с Фордом было. К Форду же перебегали рабочие. То есть, если вы выиграли в конкурентной борьбе, то конкуренция ведет к монополии. А раз конкуренция ведет к монополии, то из того самого капитализма свободной конкуренции получается вторая фаза или вторая ступень капитализма, монополистический капитализм. И вот кейнсианство – это теория для монополистического капитализма. Это теория, которая, с одной стороны, ставит, так сказать, такие цели, как, так сказать, борьба с крупными кризисами, которые как раз связаны с тем, что никак ничего не регулируется. А с другой стороны, эта теория ставит вопрос о том, что, значит, главным капиталистом должен быть в монопольной экономике государство. Поэтому есть государственные монополии и есть крупные монополии, частные. Государство тоже частное, строго говоря, потому что это частная собственность класса капиталистов. У нас не все общество охватывает. И вот в этой книге Кейнс говорит о норме процента, надо ее устанавливать, потому что если вы установите низкую норму процента, чего не понимает никак наш тот денежный блок, установите низкую норму процента, ключевую ставку, то у вас широко будут занимать у банков деньги, а банки тем самым смогут широко контролировать деятельность компаний хозяйственных, экономических, производственных, правильно? Потому что они выдают кредиты, и как всякий, кто выдает кредит, проверяет возможность отдачи. Так делал, так сказать, и в советские времена, скажем, Госбанк это делал, так все банки делают. Но если вы не выдаете кредит, то вы меня и проверять не будете. Как вы будете меня проверять, если мы с вами не вступили в такие отношения? Поэтому, скажем, в Соединенных Штатах Америки ставка ключевая сейчас от 0 до 0,25. От 0 до 0,25. А у нас 10,5. Вот только что было 11, но так и держится. Держат на недопустимом для наших, недоступном для наших предприятий уровне, потому что дальше вы не можете получить в Центробанке ничего по этой ставке. Это по этой ставке получают коммерческие банки по закону. Ну, а пойдете в коммерческий банк, значит, те 10 прибавляют, это вот 20,5. А норма прибыли какая? Вот вы, допустим, монополисты, вы же понимаете, что норма прибыли, ну, 10%, это очень хорошо. А мы же 9, 8, 7, 5, по 3 крупные американские компании работают, причем международные. 3% – это очень даже неплохо. Так нет, а здесь, чтобы я отдать, какая у меня должна быть ставка? 20,5%. Может такое быть? Нет. Поэтому если я решил угробить свое предприятие, ликвидировать, и хочу это сделать с треском и шумом, я у вас беру большие деньги, заведомо зная, что я не отдам. Потом я их пересылаю в офшор, потом я уезжаю туда погостить и там остаюсь. А вы остаетесь вот с тем, что у вас осталось. Поэтому нормально работающие предприятия получить такой кредит не могут, и не идут, и не получают. Поэтому вот все это досужие рассуждения, вот люди читали у Ленина, в империализм как высшая стадия, происходит сращивание банковского капитала с промышленным, получается финансовый капитал. Да? У нас этого нету в России. Нету. У нас есть сращивание нашей промышленности с банковским капиталом. Каким? Ну где у нас наши компании берут деньги? До санкций они брали где? В Америке и в Западной Европе.
И происходило сращивание американского банковского капитала и западноевропейского банковского капитала с российским и украинским. Вот что происходило. Значит, наше государство Международному валютному фонду отдало эти денежки, то, что брало в долг. Там малые долги, можно о них не говорить. А долги компании наших, по последним данным, 360 миллиардов долларов. Ну и вот, значит, наши власти сейчас намекнули нашим компаниям, что если будет продолжаться это дело с санкциями, и если будут, скажем, по делу ЮКОСа будут пытаться с нас там арестовывать наши активы за границей, чтобы изъять там, хоть не по суду, а изъять явочным порядком, то мы посоветуем нашим компаниям эти долги не отдавать. И я думаю, что некоторые наши компании, которые вроде бы как обещают их отдать, они с удовольствием сошлются, дескать, ну, нам дало государство такое указание, мы поэтому отдать не можем. Мы люди маленькие, у нас, так сказать, государство и так далее. Что у нас? Вот в отличие от того, что написано у Кейнса. А Кейнс говорит, что вот если будете это все делать, он предлагает, значит, если у вас идет нормальное развитие экономики, вы ставку процента повышаете, чтобы не разгоняли, чтобы потом не упасть. А если идет низкое развитие, ну, ее понижаете. И в некоторых странах ее понижают меньше нуля. Например, вот это понятно, что это выгодно государству. Государство делает ставку, допустим, минус 0,5. Это значит, вы получили миллион, а отдадите менее миллиона. А в чем выгода государства? Да в том, что вы разовьете производство, у вас оно будет расширяться, а государство собирает налоги с производства, и оно получит больше налогов. Больше, чем оно будет вот ждать вот этих самых процентов. Как с этой точки зрения, я вот сказал, что надо обязательно познакомиться с этим, как с этой точки зрения охарактеризовать вот тот капитализм, который у нас есть? Я бы его охарактеризовал как стыдливый государственно-монополистический капитализм. Стыдливый почему? Потому что наши руководители главные, и президент, и премьер рассуждают о том, что мы вот у нас, так сказать, рынок, он все решает, мы ориентируемся на либеральную экономику. Хотя Владимир Владимирович, как человек осторожный, он сразу держит, так сказать, и одних, и других. Потому что у него есть и Набиуллина им поставленная, и Улюкаев, который ориентируется на только на одном. Мы вам прогнозы будем делать, а прогнозы такие, что жить будет все хуже и хуже и хуже. И вы должны привыкнуть к этой экономической реальности. Вот в этом его смысл деятельности, как я понимаю, министра экономического развития. Никакой экономикой он не занимается. Кто занимается у нас экономикой, это министр промышленности и торговли. Это единственное министерство, которое объединяет всю промышленность и всю торговлю, которое занимается делом. А вот эти люди пишут бумаги и занимаются вот всякого рода прогнозами на ухудшение, после которых мы еще худшее положение получаем, потому что при выдаче кредитов люди руководствуются же прогнозами, а прогноз будет, что будет хуже. Ну, чего я буду давать вам деньги, если у вас будет, не будет возможности отдачи? А почему стыдливый? Потому что на самом деле созданы, значит, у нас есть крупные государственные монополии, «Газпром», «Роснефть», у нас есть ОРЖД, у нас есть кораблестроительная корпорация. И все попытки построить современные корабли на уровне ларьков не получились. Поэтому, значит, строят их все-таки в рамках государственной этой кораблестроительной корпорации. Самолетостроение. У нас хорошие самолеты военные. Как они строятся? Тоже в рамках соответствующей корпорации. Создается космическая корпорация. Двигателестроение. Последнее я вот видел, как Дмитрий Анатольевич говорит, ну, вы знаете нашу точку зрения, что мы должны уходить из экономики. Государство должно уходить из экономики. Но если мы вот не создадим госкорпорацию, двигателестроение же погибнет. Поэтому мы ее создаем. И создали. То есть, если судить по делам, а не по словам, в общем-то, руководство двигается в том русле, которое рекомендовал товарищ или гражданин, или господин Кейнс. Но поскольку оно как бы объявляет одно дело и другое, то это непоследовательно получается и как бы задом идет туда, в нужном правильном направлении. И поэтому получается не очень все здорово, с задержкой.
У Кейнса же написано очень ясно и понятно, и откровенно сказано, что вы будете на своем предприятии бороться со своими рабочими. Зачем вы это будете делать? Это у вас будет возня. Давайте вы им платите нормальную зарплату, а мы будем цены повышать с помощью, организовывать инфляцию. Инфляция организовывается, потому что она никак не может вытекать из экономических каких-то обстоятельств по одной простой причине, самой фундаментальной, что с ростом производительных сил затраты на единицу продукции, что, падают или растут? Затраты труда падают, однозначно. Причем не при капитале, а во все, при всех способах производства. В этом смысл того, что вот совершенствуется орудие труда, и при совершенствовании орудий труда, в чем выражается это совершенствование, производительность труда возрастает, а следовательно, а рост производительности труда означает сокращение затрат труда в единице продукции. Поэтому, когда нам сегодня с умным видом объясняют, что вот ЖТХ затраты растут, что, на фитинги стали больше труда тратить, на изготовление фитингов, труб, да? Сейчас вот пластмассовые вместо металлических. На краны теперь стали больше тратить. Или что, в России стало больше работников? Но мы же больше выпускаем, у нас вот только последнее время нет вот роста производства. Так рост производства был, а работников-то все меньше и меньше и меньше рабочих. Поэтому затраты труда постоянно падают, но это можно изобразить по-другому. А раз идет постоянная инфляция, я возвращаюсь к тому графику, который хочу нарисовать, то что происходит с доходами всех тех, кто получает доходы? Они, если взять эти доходы фиксированные, то все доходы, они, их реальное содержание, вот мы сейчас это вот на этой оси будем, реальное содержание доходов. Реальное содержание доходов падает с той скоростью, которая задается инфляцией. Потом некоторыми действиями, действия могут быть такие, которые нарушают ход экономики обычной, привычной. Либо за счет забастовочной борьбы и выступлений граждан. Например, 10 тысяч пенсионеров собрались на углу Невского и Гостиного двора, когда началась монетизация льгот, и потребовали, чтобы у них проезд был бесплатным. И государство сказало, да мы никогда не были против бесплатного проезда, и обеспечили всем карточки. Всех пенсионеров у нас обеспечены, им платят больше на карточке, чем стоит карточка. И у них проезд бесплатный. Только не такой бесплатный, что я говорю, прихожу и говорю, что я вот пенсионер. Нет, доставите карточку, приложите, будьте здоровы. Правда, вас проверили 32 раза. Но это уже второй вопрос. Потому что это особо проверяемые субъекты. Либо принимается решение просто государством о повышении, там, скажем, пенсий, пособий, о повышении зарплат госслужащим, просто служащим в государственном секторе, а потом тогда, в соответствии с этим, приходит и вся экономическая часть другая. Итого, вот проявляется такой-то скачок. Совсем не обязательно, что вот этот скачок доходит до этого уровня. Как только это закончилось, повышение зарплаты, оно одноразовое, что происходит дальше? А происходит то, что всегда происходит. Идет инфляция, она пожирает то, что получили. Вы пришли сюда. Новый какой-то акт, то ли путем волнения снизу, то ли путем движения сверху. Надо сказать, что в России чаще сейчас сверху делаются какие-то шаги по повышению. Но для того, чтобы предупредить эти движения снизу. Ну и вот, так сказать, идет вот таким образом. Может так получиться, в конце концов. Может так получиться в итоге. Что вот если вы будете рисовать, потом взять такую кривую жизненного уровня, у вас может получиться вот такая кривая. Эта кривая не настоящая, она не рисует правильно картину. Эта кривая игнорирует вот это все понижение. То есть тогда, когда действует экономика сама по себе, получается одно сплошное ухудшение. А когда предпринимаются какие-то меры сверху или снизу государственного порядка, то есть политического порядка, можно сказать, связанные с классовой борьбой, и либо государство, которое ведет, хочет удержать свою власть, поэтому своего класса, ему не нужно, чтобы были какие-то волнения, но раз и повышает. Любите нас, потому что мы вам повысили зарплату. Не мы же ее, в конце концов, эти богатства создаем, но мы решаем вопрос о повышении. Либо это, так сказать, снизу. Значит, то, что говорил Маркс,
с точки зрения того, что сами по себе законы капитализма, они приводят к абсолютному обнищанию постоянному. Ну, например, сейчас вот некоторых приучили людей к тому, что вы требуете индексацию. Вот вы у меня работаете и требуете индексацию. То есть целый год вам понижали жизненный уровень, а в конце года я вам раз и на уровень прежнего декабря верну вашу зарплату. И что получилось? А получилось то, что вы на тот же уровень вышли. Более того, обычно требование индексации, несмотря на то, что понятие индексации состоит в том, чтобы выйти на тот уровень, который был, это строго на тот уровень, который, так сказать, сняла инфляция. Индексация – возвращение именно на прежний уровень в соответствии с индексом инфляции. А если вы не с индексом инфляции, а просто повысили, но меньше, это не индексация. Это просто повышение номинальной зарплаты на уровень меньше, чем упало реально. И вот произошло это, состоялось. Но поскольку вы требования выдвигали индексации, там, трудящиеся требуют, давайте индексацию. Если требования, мы должны с вами поговорить, у нас конфликт социально-трудовой. Ну, давайте поговорим и найдем какое-то среднее решение. Я вам навстречу иду, вы мне навстречу, и сделаем меньше, чем уровень индексации. То есть не вернется ваша зарплата на уровень прошлого декабря, а на меньший уровень. В следующем году еще на меньший, в следующем году еще на меньший, а вывод – что требование индексации – это губительное, так сказать, для работников требование, потому что оно уничтожает тот уровень, который был, и жизнь будет все хуже или хуже, или хуже. А и, как говорят экономисты, поздравляя с Новым годом, что в следующем году будем с вами жить лучше, чем через год. Вот так обстоит дело. Есть статьи две, которые как бы регулируют вопрос о повышении уровня реального содержания зарплаты. Статья 130 Трудового кодекса гласит, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Гарантирует. А в чем состоит эти гарантии? Ну, как бы из текста статьи это никак не следует, не ясно, что там, как оно гарантирует. Вот гарантирует и все. А статья 134 так прямо и называется. 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. И дальше про это обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы в самой статье ничего не говорится, кроме того, что обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты включает в себя индексацию. Люди, не привыкшие читать заголовки или думающие, что заголовки юридического документа к документу не относятся, это вроде того, что как ваша голова к вам бы не относилась. Все остальное, плечи относятся, туловище относится, а голова нет. Они читают дальше, и это получается, что раз включается индексацию, вот начинают нас на этом основании требовать индексации. Хотя требовать надо. Чего? Обеспечение, повышение уровня содержания заработной платы. А то, что обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты включает в себя индексацию, это само собой понятно. Пятерка включает в себя четверку, тройку, двойку, единицу. Или, как вот мне кажется, иногда вот пишут, что зарплата до 100 тысяч. У вас до 100 тысяч зарплата? У меня до 100 тысяч зарплата. А? До 100 тысяч. До. Видите, у меня до. До – это хорошее. Если сказать, что сверх 100 тысяч, тогда я понимаю. От 100 тысяч. А когда до? А ноль тоже ведь до. Поэтому это совершенно никто никого не обманывает. Никто никого не обманывает, но все как культурно, так вам сказали, посоветовали, позвали. До. Так до, а не сверх и не от. Так что закон абсолютно обещание, как экономический закон действует, но существует политика. И в силу политических обстоятельств и государство, и один класс делает шаги такие к повышению уровня реального содержания зарплаты, и другой. Поэтому в итоге все-таки, я думаю, если мы будем подводить исторические итоги, мы скажем, что за 20 век уровень потребления вырос, за 21 тоже, в общем и в целом, вырос. Но не потому, что это вытекает из самой экономики, потому что, скажем, в той же Европе там очень бурные проходят демонстрации, очень бурные забастовки. У нас очень сложная система организации забастовок, но и у нас тоже понимают, что лучше до этого не доводить.
если брать политический момент. Как это выражается? Это выражается так, например, в том же самом Пикалево. Есть собственник Дерипаска? Это его предприятие, его, с точки зрения свободы частной собственности. Ну, он взял и закрыл. Зачем мне столько много предприятий? Ну, у меня есть, вот у него есть Горьковский автозавод. Он на него самую худшую из Америки машину взял, чтобы уничтожить самую лучшую, так сказать, машину «Волга». Самую лучшую из отечественных машин. Потому что, конечно, она могла бы конкурировать, если бы занимались бы этой машиной. Никто ей не занимался, ее бросили. Естественно, каждая модель, она должна развиваться. Если она не развивается, никуда не вкладывает ничего, а просто, так сказать, ее оставляет на том же уровне, конечно, она начинает стагнировать. И поставил туда Крайслер, Волга Сайбер. Оборудование для Крайслера, которое выброшено, можно сказать. Вот это выброшенное оборудование привез из Америки по дешевке и установил там в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ. И вот теперь оно это немножко повыпускали, никому это не нужно, как ее не стимулировали. Правительство России 50 тысяч, и правительство Нижнего Новгорода 50 тысяч. И 50 тысяч за утилизацию, вроде 150 тысяч добавляют. Ну и так вроде выпускали, но и хотели даже попросить, чтобы двусменная работа была организована. Нет, говорит, нет, одна смена. Из чего было ясно, что одна смена, то есть оттуда бампер не привезли, и нет машины. Это как бы отечественная машина, но у нас собирается из всего того, что делается за рубежом, поэтому у нас тут просто сваривают и свинчивают то, что там сделано. В общем-то, она условно отечественная. Ничего там отечественного нету. Вот. Кроме одного, что самый тяжелый, вредный, опасный труд, он здесь в России, а интеллектуально, так сказать, высокий, он за границей. Двигатели делают там, разрабатывают новые модели там. Ну, а здесь, так сказать, вот как же, как на Форде. Видели, знак Форда привлекает? Это гайковерт. Вот если будете вы в руках держать гайковерт и все время работать, 10 лет отработать, что у вас будет с руками? Болеть будут руки, потому что вибрационная болезнь. Поэтому знающие люди откладывают гайковерт, начинают вот коловоротом вращать, заворачивать гайки. Кем вы работаете? Я вот с правой стороны внизу заворачиваю гайку. Частичный рабочий. Ну вот это вопрос такого рода, что мы, хотя нам рассказывают всякие сказки, что затраты растут, мы знаем, что затраты, они падают, а цены растут. А цены вообще растут или не растут? Вот давайте задумаемся, правильно ответим на этот вопрос. Цены соответствуют тому, сколько... Нет, это вы так уходите на крыло. Вот растут цены или нет? А вот неправы вы. Вы видели, конечно, что цены растут? Вот вы смотрите на ценник, и вдруг цена так... Видели, нет? Я не видел. Цены повышают, уважаемый товарищ, повышают их. Они сами не растут. Это тоже такая формулировка, которая как бы это обстоятельство несколько смягчает и скрывает. Ну, повышают цены. Цены все повышают сознательно. У нас государство, монополистическое капитальное государство их и повышает. Процедура знаете какая? Вот в начале года приходит естественный монополий в Думу. И начинают требовать, чтобы повысили на 25% цены. Дума говорит, вы что, с ума сошли? Мы тут народные заступники. Да никогда, через наш труп. Тогда те идут правительство, товарищу Медведеву. 20%. Не, говорит, наше правительство народное, мы 20% ни за что. 15%. Тогда идут самому главному заступнику, Владимиру Владимировичу, говорит, больше 10 никогда вам не позволю. Народ нам дорог, чтобы мы народ, так сказать, так развули, раздели, да никогда не позволим. 10%. Ну а дальше? Дальше что бывает? Если вы первичный материал повышаете на 10%, потом он войдет в следующий продукт, потом, который из него делается, следующий, вам в любой булочной объяснят, так бензин же подорожал. Некоторые никак не могут понять, как это, говорит, нет, дешевеет, а бензин дорожает. Так он же перерабатывается, так сказать, туда-туда и возится, туда-сюда. И в итоге получается у нас, что при том, что затраты труда падают, цены растут. Монопольное повышение цен. Это все это известно. Это монопольное повышение цен. Цены повышают, сами они не растут. Не обладают таким свойством цены. Это не грибы. Это не капуста. В
связи с этим встает вопрос, который я поставил в начале лекции. А все-таки есть вот такие ситуации, когда, несмотря на борьбу двух противоположных классов между собой, когда возможны такие решения, что улучшается положение одного класса и другого одновременно. Как вы считаете, может такое быть? А мы с вами, как конфликтологи, должны как бы такие вроде бы знать предложения и говорить, ну почему бы вам не вот пойти по этому пути? Это не исключает того, что вы по другим вопросам и по-другому будете между собой бороться. Но почему бы вам вот эту ситуацию не разрешить таким образом, чтобы у вас бы зарплата выросла и прибыль бы выросла? Возможно такое? Ну, прибыль – это то, с чем связан основной экономический интерес капиталиста, а зарплата – это основной экономический интерес рабочего. Возможно так сделать, чтобы зарплата выросла? И кто это может сделать? Кого? Это возможно? Это возможно, если рост капитала будет ограниченный, так же, как, в принципе, зарплата будет ограничена. То есть вы начинаете ограничивать экономику. Нет, чтобы вы безгранично поддерживаете ее развитие, а вы хотите ее ограничить, чтобы как говорят, она перегрелась. Я, правда, не знаю, что это такое. Вот я кандидат экономических наук, профессор по кафедре экономики. Я не знаю, что такое перегретая экономика. Это что значит перегретая? Дескать, не надо, пусть она так и торчит в этом состоянии. Зачем ее ограничивать-то? А вам безгранично не нравится развитие экономики? А я вот за безграничное развитие экономики. Пусть она растет, и вы будете богаче, я богаче, он богаче, он богаче. Чего плохого? Зачем ограничивать? Мне кажется, так вовремя невозможно. Ну вот на самом деле, вообще главная эта ставка в экономике, на что должна быть сделана? На эксплуатацию или на технический прогресс? Ну вообще это производит, если мы так окинем, а мы с вами не случайно политический подход с вами применяем сейчас, то есть мы как бы с высоты, так сказать, большой горы смотрим на это все, не так приземленно, но если с высоты большой горы исторической смотреть, то вообще во все времена что происходило? Развитие производительных сил. А что такое развитие производительных? Это развитие работника. Повышалось образование. Посмотрите, вы можете сколько угодно доказывать, что был эксплуататорский строй римский, да? Но тогда образование-то развивалось. Попадало в какой-то мере образование в ряды эксплуатируемых классов? В какой-то мере попадало. Малой, но попадало. Дальше. А база для широкого развития была? Значит, при феодализме. Ну, вырос. Технический прогресс осуществлялся. Производительная стоила росла. Ну, пусть до народу мало что доходило, но немножко доходило. И, наконец, при буржуазном строе, я думаю, что вы должны сказать, что, конечно, образование выросло очень сильно. Согласитесь, что вот если вы по этому критерию будете оценивать, что, какова историческая миссия капитализма, ну, об этом прямо Маркс писал, что историческая миссия капитализма состоит в развитии производительных сил. Ну, так быстро ни один строй до капитализма не развивал. Можно сказать, что в Советском Союзе быстрее развивался. Быстрее – это быстрее, но он еще не догнал даже по уровню производительности труда Соединенных Штатов Америки ни разу. Кто, на каком месте Советский Союз был по уровню производительности труда? Я когда писал докторскую, я вот все эти данные выложил, имел перед глазами. На первом месте – Соединенные Штаты Америки. На втором месте, как вы думаете? Китай. Нет. Китай далеко был позади. Франция. По производительности труда. По производительности. А вы думаете про Китай, там высокий уровень производительности? Я очень не думаю. Там много ручного труда. Там море ручного труда. По объемам – да. А по производительности – нет. Я думаю, что они даже там в самом верху не находятся. А третье место было у Советского Союза. За нами были Япония и Германия. Но потом стал Советский Союз отставать. Вышел на первое место вышла Япония, потом Германия, и мы стали их замыкать. Ну, а сейчас я даже боюсь сказать, на каком мы месте, потому что нас не очень снабжают статистикой. Если раньше у нас была традиция, так сказать, все экономисты покупали справочник СССР в цифрах в январе, а потом, чуть попозже, народное хозяйство СССР. И там все эти материалы были, и вся динамика была, и мы были в курсе дела, что происходит с экономикой. А сейчас еще меняют отрасли так, чтобы вообще не сопоставили развитие этой отрасли до и после. Другая структура отраслей, и вроде не становится несопоставимым это изменение. Так вот,
капитализм гигантским образом развил производительные силы. Вот когда говорили промышленная революция, это не то, что вот сейчас рассуждают про научно-техническую революцию. Это больше разговоры. Ну что за научно-техническая революция, если рост производительности труда ноль или два? Это что за революция, если смысл революции научно-технической в чем? В чем смысл техники? В одном, что она повышает производительность. Для чего еще больше техника нужна? Ни для чего. Так если это революция, и вдруг 2%. Ну, это смешно. Что это за революция такая? Поэтому научно-техническая эволюция у нас во всем мире. Я вот, еще будучи докторантом, слушал выступление академика Румянцева, он с этим выступал. Говорит, нигде нет в мире никакой научно-технической революции. Потому что революция – это какой-то гигантский переворот. Чего перевернулся-то? Как резали – резанием. И в основном изготавливают. Второй вид изготовления – это либо свободная ковка, либо штамповка. Вот они и господствуют сейчас. А то, что вы приделали управляющий, так сказать, какой-то аппарат к этому, вы приделали для чего? Для того, чтобы по телефону звонить, или для того, чтобы производительность труда повысилась? А производительность труда медленно растет. То есть сам по себе аппарат, он, давайте я вам по телефону буду звонить, что у нас в этом дворе не убрано. И все дворники будут снабжены телефонами, говорят, и в нашем дворе не убрано, и в нашем, и в нашем. Вместо того, чтобы сделать машины, и, так сказать, машины выбирать. Есть один такой дворник, который на 9 работах работает, тот себя снабдил всеми техниками, 9 зарплат получает. Есть такой выдающийся человек, но о нем меньше пишут, потому что он как бы прямой, живой укор для тех, кто вместо внедрения технического прогресса в область уборки территории решает вопрос по-другому. Если мало территории, один гастарбайтер, два раза больше, два гастарбайтера, три раза, три гастарбайтера. Если раньше решали вопросы, нужно глубокую яму выкопать, ну, значит, трактор Беларусь. А если еще более глубокую, ну, давайте экскаватор. А если еще более глубокую, ну, давайте поставим шагающий экскаватор. А сейчас говорят, зачем экскаватор? Сейчас 200 гастарбайтеров, 400 гастарбайтеров, пусть копают. А что является стимулом к тому, чтобы заменять труд рабочих на технику, на средства производства? Зарплата. Если повышается зарплата, так это столько платить, да я лучше куплю технику, и она будет, вот эти оставшиеся будут делать больше. Прямо в первом томе «Капитала» у Маркса написано «Граница применения машин». Зарплата устанавливает границу. Если низкая зарплата, нет желания у капиталистов, не надо их обвинять. Но капиталисты это кто такие? Это люди, которые представляют собой персонификацию капитала. Если вы персонификация капитала, а я скажу, а вы давайте конфеты дарите. Ну как-то это странно. Если я персонификация капитала, то не надо от меня требовать, чтобы я делал то, что не вытекает из моей природы. Правильно? Я могу лично с этим быть не согласен, мне может не нравиться вот это капиталистическое действительно. Но как капиталист я действую именно так, по этой логике. Так вот. Развитие производительности – это развитие работника, то есть повышение его образования и умелости. Вот мы видим в этом гигантские успехи во всем мире, без сомнений. Хотя мы видим и попытки ограничить. Вот вся эта система бакалавриата, переход от специалитета – это, конечно, шаг назад, как считают все те, кто, ну, как и я, в высшей школе работает изначально и всю свою жизнь. И видит и знает, как было раньше, как сейчас. Ну, как вы думаете, если бы сейчас был специалитет, то сейчас бы на 5-м курсе было бы там 200 человек или 300, а не 3 человека. То есть в итоге получилось так, что местами вроде как кто-то добирается до 6-го курса, а 6-й курс превратили в вечерний, а вечерние убрали. Где вечернее это отделение? Вот напротив было. Ну так и что получилось? Так вечернее это вот в тех условиях, когда есть дневное, и это хорошо. Это значит, люди, которые работают, заведомо работают, они могут в то же время и учиться в ВУЗе. И дольше у вечерников-то 6 лет было, то есть с учетом, то есть как вот в магистратуре, вы прямо попали вот в положение этих вечерников. Вечернее закрыли, сказать, тут вроде как у вас это вот приподняли, а на самом деле приопустили. То есть, если уж магистратуру. А почему? Это не во всех вузах, между прочим, вечером занимаются. Ну, у нас понятно. Ну, где-то вам надо днем работать, это тоже понятно. И в этом смысле имеет место сползание, так сказать, назад. Вот. Причем программа делается такая, что ее можно и за год было выполнить. Можно сказать, что
Магистратура нужна для того, чтобы нам дать нагрузку. Мы же преподаватели. Если так строго взять только бакалавриат, то значит 20% преподавателей надо уволить. Правильно, они же не 5 лет будут учить, а всего 4. Значит, пятая часть долой, ну и так далее. Это мы наблюдаем во всех вот так называемых болонских странах, которые по этой дороге пошли. Вот, а вы приезжаете в другую страну, и там, скажем, бакалавриатский диплом никто и не берет. Говорят, да, давайте сначала учитесь. Снова. Я это говорю не для того, чтобы сказать, что это, что, сказать, капитализм не решает. Он решает через противоречие, но решает. Все равно рост образования идет рабочих. Или не идет? 100% идет. Идет, если мы возьмем в итоге динамику, сравните в начале и в конце. Точно так же, как и здесь. Вы можете вот эти графики сколько угодно рисовать, падает. А в целом все равно образование растет. А все равно растет через разные средства, в том числе через интернет. То есть то, что вы не получили здесь, вы еще доволучите. То, что вы сами прочитаете. Люди, получившие известный объем образования, они занимаются самообразованием. Правильно? В конце концов, самые крупные ученые, они не за счет вуза стали крупными учеными. Они так и сами учились и стали крупными учеными. А что касается второй стороны, это средства производства и их совершенствования. Ну как должно быть нормально? Нормально надо, во-первых, сохранить тот парк, который есть. Что значит его сохранить? Сохранить – это значит, чтобы он не умер. А как будет смерть по-итальянски? Кто скажет? Морт. Морта. Помните? Сальто мортале. Смертельный прыжок. Значит, как называется неумирание по-итальянски? Амортизация. Вот амортизация означает только одно, что вот если у вас стареет техника, все имеет свой возраст. Вот вы когда-то купили современную технику, она уже и 40 лет, или 50, или 60, или 100. Я давно, сейчас уже на заводы не попадешь, но вот когда я ходил, читал лекции на Балтийском заводе, я видел там станок 1800 года, там трехэтажный и так далее, старые стоят. Или немецкие станки еще, работают очень, кстати, достаточно неплохие, как трофейные. Ну а как с заменой? Сколько надо заменять? Какую часть ежегодно? Скажите, пожалуйста. По-хорошему. А мы сравним с тем, что как делается. По-хорошему. По-хорошему 10. 10 лет, да? Почему? Потому что 9 лет – это цикл смены техники, поколений. Поэтому если вы уж будете заменять, так заменяйте на новые, правильно? Это вы еще, это называется, хотя вы делаете только замену, но из-за того, что морально они более прогрессивные, вы получаете прирост. Ну и капитал. Капитал заинтересован в этом деле. Но у нас капитал не вполне, или капиталисты не вполне капиталистические, они, так сказать, не понимают еще интересов своих, потому что можно получить большую прибыль за счет удлинения рабочего дня, низкой зарплаты. Это называется абсолютная прибавочная стоимость в капитале в первой главе. А относительная прибавочная стоимость за счет технического прогресса. Когда вы, вот у вас была зарплата, вы ее увеличили, а за счет роста производительности труда доля зарплаты в том, что создал рабочий, уменьшилась. И, соответственно, прибавочная стоимость выросла. Вот, собственно, вот эта относительная прибавочная стоимость – это основа политэкономического компромисса. То есть идти надо по дороге, которая позволяет повышать производительность труда. У меня лекция закончится в 18:50. Извините, пожалуйста. Да. Так. Вот такая получается картина. То есть, в принципе, ну, лучшие капиталисты, лучшие во всех смыслах. Не в смысле того, что они любят рабочих. Я думаю, это не критерий для капиталиста. Лучше в смысле того, что вот был миллионером, стал миллиардером. Ну, Форд. Читайте, изучайте. Он прямо пишет, как он делал. Он везде применял технический прогресс. Это явно написано. Казалось бы, ну почему не взять на вооружение то, что делал Форд? Потому что он даже говорит, что я вот не буду делать машины для избранных, буду делать для широкого, потому что если я буду для избранных, для богатых делать, то я буду работать на капризы богатых. А тогда мне придется делать вручную эти машины. Я не хочу делать вручную. Я хочу применять технический прогресс. Я инженер, я изобретатель, он из изобретателей. Поэтому я хочу, чтобы был, так сказать, широкий. И зарплату мы повысим. Для чего? Чтобы к нему пришли хорошие рабочие.
И грязь мы всякую уберем, чтобы люди себя по-другому чувствовали на работе, они поэтому все выкрасим светлый цвет. Вот как у нас здесь светлый цвет, а вы можете прийти на завод, а там все черное, грязное такое, что вы пришли, как будто вас опустили в ад. А приедете к Форду, а у него как будто вы пришли в рай. И это совсем не помешало ему стать миллиардером. Дальше он придумал, что интересно, он зарплату выплатил, они его понесут куда-то мясо покупать. А зачем они будут мясо покупать? Давайте мы сделаем производство мяса. Фордовское производство мяса. И он стал производить мясо. То есть сделали фермы. Но говорит, я только не буду держать 30 коров. 30 коров – это все вручную. Мы заведем не меньше, чем 200, чтобы можно было получить дешевый продукт, чтобы механизировать подачу кормов, раздачу, уборку и так далее. И в итоге получить результат. То есть он, конечно, затраты увеличил, но рост производительности труда рос быстрее, чем рост этих самых затрат. Если мы будем делать амортизацию, давайте я вам назову некоторые цифры, которые слабо доступны для обычных граждан. Сколько у нас объем производственных фондов в России? 73 триллиона рублей. Если десятую часть отправлять на амортизацию, все отдают себе отчет о том, что амортизация входит не в прибыль, она входит в издержки производства. Вот если вы капиталист, вы должны вот эту вот десятую часть стоимости своих средств производства отправить куда? На амортизационный счет. Ну, прибыль у вас, соответственно, как показывали, прибыль никакая это была не прибыль, а по-честному прибыль-то будет меньше, конечно. Государство, конечно, от этой прибыли меньше и получит. А сейчас, получается, государство заинтересовано в том, чтобы амортизацию не делать, как положено. Дескать, мы от нее получим деньги. Да вы-то деньги получите, а получите падение экономики. А потом куда отправится эта прибыль? В офшоры, как известно. И что? А экономика умирает. Вы видите, что наши предприятия умирают? Кто-нибудь может назвать мне, какое предприятие построено за последние 25 лет? Хотя бы одно. Не знаете? С бутылками что-то связанное, вы говорили? Я говорил. Но это мой товарищ просто делал, доктор экономических наук Долгов, первый проректор нашего университета. Вот он в Кингисеппе построил завод бутылочного стекла. Все. Я не знаю, может, еще где-то есть, может, я там неправильно окрашиваю, так сказать, картину. Это же очень просто сказать, а мы построили это. Кто построил? Ничего не построили. А что строить? Надо сначала, по крайней мере, обновить технику. Обновили технику, повысили производительность труда. Теперь, как надо поступать с той частью, которая является прибылью? Если вы хотите в будущем иметь больше прибыли, что нужно делать? На развитие бизнеса. На развитие, да. Это называется фонд накопления. Ну, скажем, 60% фонд накоплений. Грубо. Это значит, вы на новые средства, новейшие уже, это не для амортизации, новейшие приобретаете средства производства и зарплата работников каких? Квалифицированных будете набирать, наверное, которые могут этой техникой овладеть, правда? Если вы хотите, чтобы она новая осваивалась, надо, так сказать, им приплачивать больше, чем тем, которые со старой. Иначе у вас ничего не пойдет. Они будут ее так к ней... вы будете давать им разбавленную работу, они будут давать вам... То есть разбавленную зарплату, они будут давать им разбавленную работу. Значит, для того, чтобы был тут компромисс, надо, чтобы зарплата у них выросла. С точки зрения капитала, с точки зрения самого возрастания капитала. Делается это? Что-то идет не как-то вот. А насчет если про амортизацию известно, что пишут 100 лет вместо 10, то в отношении этого совсем ничего не слышно. Кто и сколько накапливает? Или это глубокая тайна такая, о которой, так сказать, мы не можем ничего знать и в него не посвящены. На самом же деле, что будет происходить, если будет расти производительность труда? Вот. Есть разные составляющие затрат. Да? Затраты на производство единицы продукции складываются из затрат там, на амортизацию, раз. Затрат на материалы, так. Затрат на электроэнергию, затрат на вспомогательные еще какие-то вещества. Это, может быть, еще там, какие-то накладные расходы. Еще один из таких главных моментов – это заработная плата. Вот заработная плата, я ее так и запишу. Зарплата. Так?
Вот зарплата. А если производительность труда вырастет в два раза, что будет с зарплатой? Вот эта зарплата будет разделиться не на Q продуктов, а на 2Q. Правильно? То есть содержание зарплаты в единице продукции уменьшится. А если содержание зарплаты уменьшится, значит, вот это вот уменьшение содержания зарплаты может быть все переправлено в прибыль. Но поскольку мы сейчас говорим о политэкономическом компромиссе, то есть если капиталисты не хотят, чтобы они, так сказать, получили конфликт с работниками, не хотят, и не хотят, чтобы этот конфликт тормозил вообще все развитие, то что они должны сделать? Ну, скажем, ну, грубо говоря, половину отправить в прибыль, половину отправить на повышение зарплаты. Выиграет при этом капиталист? Прибыль вырастет? С гарантией. Мне приходилось это вот начальнику второй стивидорной компании, генеральному директору, объяснять. Он, в общем-то, как-то ему это совершенно понятно было. Он с этим согласился в нашем морском порту Санкт-Петербурга. Это понятно. То есть, если вы идете по дороге технического прогресса, кто за это отвечает? Чтобы выросла производительность труда, что нужно делать? Постребовать, чтобы рабочие быстрее работали? Или нужно технику новую приобретать? Технику. Технику надо. Иначе это не технический прогресс. Это называется не интенсификация производства, а интенсификация труда. Если вот пишите быстрее. Это будет интенсификация производства? Нет. Это будет интенсификация труда. Ну, еще быстрее. Ну, устанете раньше. Причем график, так сказать, затрат труда при интенсификации труда такой, что, скажем, вы заставляете их в два раза быстрее работать, а это приводит к тому, что затраты в три раза возрастают. Труда. Потому что затраты труда меряются временем, но при неизменном темпе. При таком возрастающем темпе они вот так вот кумулятивным образом нарастают. Поэтому главная вообще дорога вот в этой борьбе классовой, главная дорога, компромиссная дорога. Что значит компромиссная? Ну, если даже вы возьмете не классовую борьбу, мы сейчас говорим о политике, а возьмете вообще войну. Даже в войне бывают позиционные какие-то бои, да? Когда, значит, две стороны не проводят каких-то активных поступательных действий, они, каждая имеет возможность наращивать свои силы. Правильно? Значит, вот такого рода действия со стороны представителей капитала или капиталистического класса, который занимается техническим прогрессом, а это вообще главная миссия буржуазии. Историческое оправдание ее существования в чем? В том, что она развивает производительные силы. Прямо Маркс писал, вот скажем, почему надо уважать промышленный капитал. В меньшей мере уже торговый, еще в меньшей мере финансовый, и совсем не надо уважать паразитический капитал, да? Рантье. То есть я положил деньги на счет, ничего не делаю, кроме как проедаю проценты. Но если вы понимаете, что можно, если иметь достаточно большую сумму, то сумма процентов будет такой, что вы можете на нее безбедно жить. В чем ваш вклад в общественный прогресс? Ни в чем. В том, что вы съедаете то, что иначе, может, пропало. В чем? То есть в этом смысле, то есть и это капиталисты вроде, и это, но это вот капиталисты худшего сорта, рантье. А есть промышленные капиталисты, которые, вы можете сколько угодно говорить о том, что они эксплуататоры, но они организаторы производства. А кто организовывает производство? Рабочие, что ли, организовывают сейчас? Ну, кто организовывает производство? Научитесь организовывать. Поэтому вот эта историческая миссия капитала в развитии производительных сил, если она осуществляется, то при том, что всплески классовой борьбы могут быть, или, скажем, столкновение неизбежно, в конце концов, в вопросе о решении, потому что власть должна быть либо одного класса, либо другого. Третьего не дано. Правильно? Раз, так сказать, либо того, либо другого, то рано или поздно эта вот экономическая борьба может вылиться в какие-то политические столкновения. Но это по-разному может быть. Скажем, вот у нас в России политические столкновения были очень даже мирными. По крайней мере, на уровне перехода власти. Другое дело, что в каждой крупной революции тот, кто потерпел поражение, он, так сказать, начинает предпринимать какие угодно меры для того, чтобы вернуть себе утраченную власть. Поэтому у нас была гражданская война, и по этому поводу Ленин говорил, что всякая великая революция невозможна без гражданской войны. Во Франции, когда буржуазия приходила к власти, ну как удалось ей с первого раза прийти к власти? Не удалось.
Были попытки эту власть отобрать, неоднократные. И за революцией следовала контрреволюция. И там для конкретных людей, для жизни конкретных людей это может быть не очень приятно и здорово, но для истории, как говорится, это обычное дело. Никогда новая власть не устанавливается в раз. Но само установление власти именно потому, что от каких-то абстрактных таких истин, вроде того, что надо разрушить, сломать буржуазный государственный аппарат. Да? Большевики ведь ушли, они ведь что делали? В отличие от нынешних граждан на Украине, которые говорят, надо провести люстрацию. Вот вы работали при прошлом? Вас нельзя. Вы работали? Вас уволить? Вы работали при прошлых? И они взяли всех специалистов, убирали. И тогда начали уже собирать отсюда Гайдар, оттуда из Грузии Саакашвили, которого там ищут, чтобы в тюрьму посадить. Начали собирать по всему миру и уже, так сказать, как-то там неприлично себя ведут. И к ним стали относиться уже по-другому даже и на Западе. Что это за люди, которые не понимают значения специалистов? А большевики что сделали? Кто больше набрал царских генералов, большевики или белогвардейцы? Большевики. Большевики платили им и прямо обосновывали, что мы отказываемся по отношению к специалистам от принципов Парижской коммуны, что зарплата чиновника на уровне среднего рабочего, и платим им вот... И надо, говорит, за эту науку Ленинграду заплатить, потому что это дорогого стоит. Мы тогда выйдем из этой трясины, из разрухи и так далее. И в том, что Россия вышла достаточно быстро из разрухи, большая заслуга специалистов. Каких? Буржуазных они. Какие они могли быть? В буржуазном строе они в нем выросли. Но они вложили свой вклад в развитие социализма в России, в подъем СССР. А царские генералы, которые вошли и стали командовать войсками в Красной армии, обеспечили победу Красной армии, поскольку они уровнем квалификации, качеством своих знаний превосходили тех военных спецов, которые пришли в Белую армию. А вот на этой Украине это куром насмех, говорят, она вообще никого не дала. Никаких спецов, кто вот был там при Януковиче, всех убрать. А теперь давайте всех, кто Порошенко, убрать и так далее. Посмотрите, вот наша буржуазия культурная, российская, она что, убирала, что ли, всех, кто работал там, допустим, при советской власти? Да ничего подобного. Поскольку я вот был членом обкома ленинградского, и, так сказать, у меня и раньше был пропуск, сейчас пропуск в Смольный есть, я увидел, что на следующий день там несколько человек поменялось наверху, а все остальные там остались. И все в городе поэтому функционировало, не было ни разрухи, не было ни грязи. А вы посмотрите, что в Москве было. Это какой-то кошмар. Метр был вот мусора около гостиницы «Москва», около памятника Свердлова. Памятник Свердлова был сбит. Калинина там, видимо, тащили и разбили постамент. То есть такой бескультура и грязь. Вот теперь долго обсуждают. На Лубянке около Детского мира тоже вот так вот метровый слой был. Бумаг, грязи, бутылок и так далее. Вот этот момент. Вот здесь вот в Ленинграде этот высокий культурный город. Здесь все функционировало, работало. И если мы скажем, что вообще политика бывает без компромиссов, вот я был, честно говоря, поскольку я вот поставил свою задачу Ленина прочитать всего, потому что меня много учили, когда я был еще в комсомоле, так сказать, секретарем комсомольской организации, что вы не по-ленински, у Ленина не так. И мне настолько надоели эти поучения, что я решил прочитать, чтобы меня уже перестали учить. И вот я читаю, пока не дошел до детской болезни левизны в коммунизме. До этого такая наступательная позиция все время пропагандируется, а потом Ленин в детской болезни левизны в коммунизме объясняет, что никогда не бывает в политике без компромиссов. То есть в том числе и в экономической политике. Не бывает без компромиссов. Поэтому если вы хотите иметь только одно наступление и без всяких компромиссов, то вы провалитесь. Другое дело, что через все компромиссы надо какую-то принципиальную линию провести. Если у вас принципиальная линия идет на развитие России, то от этого выиграет кто? Все выиграют. Это никто ни от кого не берет подписку, что он бросит свои интересы и будет, так сказать, осуществлять интересы противоположного класса. Не об этом идет речь. Но есть такие вот решения, которые можно предложить вот современным представителям капитала, и которые состоят в том, что
внедрение научно-технического прогресса позволяет им повышать прибыль, при том, что они будут повышать зарплату, а повышение зарплаты позволит быстро освоить эту новую технику, и в итоге рост прибыли будет превышать тот, что сейчас происходит. Но если разрушается предприятие, не может же быть большого роста прибыли. Правильно? Капитализм – это капитал, это самовозрастающее, стоимость, а не самоубывающая, не самая себя затаптывающая, не самая себя закапывающая. Вот что надо осознать. Поэтому при том, что мы вот даже поставив такой курс, там, политической составляющей социально-трудовых конфликтов, мы поставили не для того, чтобы, так сказать, вот только рассматривать вопросы каких-то обострений политических, но и чтобы видеть это реально, что кроме всяких обострений имеется политический и политико-экономический компромисс. И вот этот политико-экономический компромисс необходим. Он не предполагает отказа от всех других форм борьбы. Но от этого, от осуществления такого курса на то, чтобы развивалось производство, все выиграют. Капитал выигрывает от развития производства напрямую, прибыль. Рабочий класс выигрывает, потому что его становится больше, он становится более образованным, более дисциплинированным. С точки зрения даже подготовки к власти рабочего класса, это ему выгодно. Поэтому развитие производства выгодно всем. А вот падение производства выгодно только представителям тех государств, которые хотят воспользоваться нашими ресурсами. Вот я очень бы вам рекомендовал ознакомиться с докладом советника президента Сергея Глазева, который так называется, очень характерный и острополитический. А речь о неотложных мерах, по отражению угроз существованию России. Обратите внимание, не по повышению благосостояния там и не по улучшению экономической жизни. А речь о неотложных мерах по предотвращению угроз существования России. Это доклад советником президента России Глазевым подготовлен был для комиссии Совета Безопасности. Вот Совет Безопасности – это сугубо политический орган, который рассматривает экономические вопросы вот через призму политической. Что такое Совет Безопасности в современной буржуазной России? Это примерно то же самое, что Политбюро в СССР. В Совете Безопасности представлены президент, вся исполнительная власть, верхушка ее, председатель правительства, председатели двух палат Федерального собрания, и Матвиенко, и Нарышкин. Там, конечно, представлены представители ФСБ, директор ФСБ, то есть Бортников. Там представлен МВД. То есть там представлены все те люди, которые реально отвечают за существование России и за ее развитие. И решение этого Совета Безопасности потом очень просто распространяется и осуществляется во всех этих политических форумах. Поскольку товарищ Медведев, будучи председателем правительства, является еще и лидером «Единой России», значит, то, что решил Совет Безопасности, становится решением партии «Единой России». Партия «Единая Россия» имеет большинство в Государственной Думе. Государственная Дума направляет законопроект в Совет Федерации. Совет Федерации, председатель которого входит в Совет Безопасности, обеспечивает прохождение этого дела, а там уже на выходе ждет Владимир Владимирович, у него ручка уже вот прямо открыта, ему только подписать. Поэтому вы видите, как некоторые законы очень быстро проходят, в частности, благодаря тому, что есть такая политическая структура, которая обеспечивает это прохождение. Вот это не является какой-то секретной структурой. Даже пишут, да, состоялось заседание Совета Безопасности. Но не всегда пишут, что там было. Иногда пишут. Если вы зайдете на президентский сайт, то вы там увидите. А если вы хотите чаще, пишите чаще президенту. Как только вы напишете президенту в электронном виде письмецо, как только оно будет отправлено, сразу вы выйдете на этот сайт президентский, и там вы увидите, когда что состоялось.
у нас обеспечено сейчас в нашем государстве, что если гражданин обращается к президенту, он это может сделать за 5 минут, отправить свое обращение. И обязательно получит ответ или в письменной форме по почте, если оставит адрес, или по электронной почте. Ну вот я, в частности, недавно обращался в связи с докладом Глазева и добавил дополнительные моменты и аргументы к тому, чтобы не затягивали с реализацией тех мер, которые предложил Глазев. Мне пришло через день буквально сообщение из соответствующих комитета по обращениям граждан, что не могли бы вы подробнее это дело, подробнее все это обосновать. Очень просим вас подробнее обосновать. Таких вот я раньше не видел просьб. Видимо, этот вопрос там решается, и необходимы дополнительные факты, данные, обращения, аргументы, на которые можно сослаться. Что я и сделал. В чем суть доклада Глазева? Доклад Глазева был как бы изложен в «Коммерсанте». По этому поводу был большой шум. На него стали нападать. Некоторые это вообще это невозможно, недопустимо, а смысл его мер был очень простой. Надо сделать так, чтобы осуществлялся технический прогресс. Он предлагает комитет по научно-техническому прогрессу подчинить президенту. В составе правительства, но с подчинением президента. Комитет по стратегическому планированию при президенте. Предлагается сделать так, чтобы наш кредит был доступен. То есть не более 4% ставка рефинансирования. Причем Глазев вам в этом докладе пишет однозначно, что наш денежный блок проводит сейчас политику в интересах иностранных государств. Такое тоже интересное замечание со стороны, и он это обосновывает достаточно обстоятельно. Надо предпринять меры, чтобы у нас все средства не утекали в офшоры, чтобы у нас развивалось ядро нашей экономики, это станкостроение, это производство средств производства, и не были бы мы просто сырьевым придатком западных государств. То есть самые вот действительно необходимые неотложные меры, в отношении которых действительно можно сказать, что санкции, которые предпринял Запад против России, оказались в соответствии с диалектикой положительным моментом, потому что они поставили вопрос ребром, что если вы не будете создавать собственное производство вот того, что составляет ядро экономики, и то, что требует научно-технического осмысления и соответствующих разработок, что требует работы и Академии наук, и ее институтов и так далее, то вы будете в хвосте. И это угроза существования России. А при такой территории, какая у нас есть, и таком росте населения, которое у нас есть, а у нас все время было, начиная с 90-х годов, превышение смертности над рождаемостью. Значит, у нас либо надо все звать гастарбайтеров на работу, но это нам и вам не гарантирует от того, чтобы другие государства не захотели освоить ту территорию, которую мы медленно осваиваем. И, как вы понимаете, одними военными мерами это не решишь. Надо, чтобы быстро развивалось производство. И народонаселение закона. Вот в конце «Капитала» у Маркса есть такой раздел «Закон народного населения». Народное население, движение населения зависит от того, как развивается экономика. Если экономика будет падать, и население будет сокращаться. Экономика пойдет наверх, значит, мы можем рассчитывать на то, что будет прирост. А сейчас, когда люди начинают концы с концами сводить и решать свои расходы и доходы, выясняется, что больше там одного ребенка – это тяжело. А больше двух – совсем тяжело. А для того, чтобы воспроизводилось население России, нужно 2 и 4. 0,4 не рождается, надо 3. Нет, вот вы, давайте, говорит, вот за второго ребенка будем платить, а третьего мы подумаем. Еще подумаем. Государство не собирается платить этим всем, не поддерживает. Ну а как, государство для чего существует? Для поддержки позитивных процессов. Ну если оно представитель капитала или класса капиталистов, так вы понимаете, что для того, чтобы кого-то эксплуатировать, надо, чтобы их было больше, тех, кого эксплуатировать. Если их будет меньше, так вы же умрете. Чем отличается вот государство как орган капиталистов от отдельных капиталистов? Те вот думают на 1-2 года. А все-таки государство должно думать не на 1-2 года. Закон о стратегическом планировании принят. А план есть стратегический? Нет. Никакого плана нет.
Был вот, была концепция социально-экономического развития и его последствий. В 2008 году товарищ Путин, как премьер, ее своим распоряжением подписал. Что это означало? Это означало, что это руководство для правительства. Ее широко не публиковали. Она, правда, не секретная, она не закрытая. Можно зайти, посмотреть концепцию социально-экономического развития до 2020 года. Но она, и эта концепция, не была тем документом, который был для кого-нибудь обязательным. Ну, кроме как для того правительства, которое как бы вот этим замыслом руководствовалось. Замыслом. Потому что концепция – это и есть замысел, не более того. Это же не программа. Программа – это последовательность действий. Если бы у нас была государственная программа развития России до 20 или до 30 года, то в соответствии с прохождением соответствующих этапов мы соответствующие изменения бы на себе ощущали. Но поскольку программы нет, а есть лишь концепция, она не развернулась в программу, то это так вот осталось таким благим пожеланием. Там хорошие вещи были записаны. Повышение зарплаты почти вдвое к 2020 году. Ну и, соответственно, развитие станкостроения, машиностроения и так далее. То есть такие реальные изменения в экономике. Но, как вы понимаете, чтобы стать законом, надо пройти документы через Думу. В Думу ее никто не отправлял. Правительство ее не рассматривало. Что такое распоряжение правительства? Это документ для членов правительства. Это не постановление правительства. Постановление правительства – это нормативный документ. Если мы будем перебирать в порядке важности наши нормативные акты, то самым важным является Конституция, потом конституционные законы, для принятия которых нужно 2/3 членов Федерального собрания. Потом федеральные законы, после них идут указы президента. Что выше, указы президента или законы федеральные? Законы. А вот когда Ельцин выступил, так сказать, издал указ о разгоне Верховного Совета, тогдашний председатель Конституционного суда Зорькин, который является сейчас председателем Конституционного суда, объявил, что это его указ неконституционен, незаконен. Но в руках у Ельцина были танки, а не законы, и он поэтому выиграл этот политический процесс. Настолько выиграл, что потом первым же указом Владимир Владимирович, после передачи ему поста президента, записал, что семья Ельцина освобождается от уголовной ответственности. Ельцина и его семья. Заранее. Это что значит? У нас кто еще освобождается от уголовной ответственности? Кого нельзя судить? Больных. Ну, почему больных можно судить? Сумасшедших нельзя судить. Сумасшедших. То есть, получается, у нас от уголовной ответственности освобождены сумасшедшие, Ельцин и его семья. То вроде как хорошее дело, но как бы с другой стороны это их приравнивает к этому. Но действительно только сумасшедший по своему парламенту может стрелять. Вдобавок к парламенту, который провел все приватизационные законы. Что к тому времени, вот, наверное, все дают себе отчет в том, что к 93-му году никакой советской власти в России в Советском Союзе не было. Правильно? Это был буржуазный парламент, ну под названием Совет. Что-то за драку, за название, что ли, такую надо драку устраивать. Ну вот эти меры, которые намечены Глазьевым, они пока вязнут. Где? Вот идет теперь политическая борьба по этим проблемам внутри государственного аппарата. Потому что внутри государственного аппарата есть представители там, отечественного капитала, который заинтересован в подъеме России, но не с целью подъема России, а с целью личного обогащения. Ну, странно было бы ожидать от капиталиста, что он, так сказать, вот только думал бы о стране родной, а не о своем капитале. Вот, скажем, обратите внимание на Францию. Вы знаете, что вот Олланд, социалист Олланд, представитель каких сил? Правых, левых? Правых. Крупный капитал представляет он. Вот этот Олланд сейчас имеет во Франции ставку налогообложения, подоходного налога,
56,8%. 56,8%. Он пытался сделать 75%. И так он напугал Депардье, что тот тоже прибежал сюда и взял здесь политическое убежище и паспорт выпросил у Путина. Спрашивается, а как это вот объяснить с точки зрения экономической? Что Оланд это такой вот враг, что ли, крупного капитала или наоборот? Для того, чтобы на этот вопрос дать ответ, вот и нужен политический подход. Ну, как вы думаете, вот когда стечется вот эта масса налога в государственную казну, дальше следующий шаг какой будет? Производственный, я имею в виду, шаг. Не такой обычный, что будет там пенсия уплачиваться, пособие, а какой будет производственный шаг? А дальше в стране, которая является страной государственного монополистического капитализма, в соответствии с программой развития страны будут даны заказы. Так, вот создавали все, а заказы получат не все, а некоторые. Сдавали много, 56,8, это был как бы выдох, а потом будет вдох. Дальше получат госзаказ. Кто получит эти заказы? Получит крупный французский капитал. И получит несметные прибыли. Прибыли при реализации госзаказов самые большие. Это все знают. И все поэтому предпочитают получить госзаказ как гарантию успешной и, так сказать, стабильной работы. Поэтому французский капитал спокоен в отношении того, что он сдал свои 56,8. То есть он получил миллиард евро. 568 миллионов евро он сразу отправляет в государственный бюджет. Зато он получил оттуда заказ в большей сумме, чем он туда отправил. И от него он получит большую прибыль. И поэтому по принципу вдох-выдох французский капитал крупный еще больше увеличивается, развивается. Во Франции государственный монополистический капитализм не стыдливый. Где вы назовете такую страну мира, где была бы плоская шкала налогообложения? Причем плоская шкала у нас появилась только в этом году. А до этого года у нас было так. Вот все, кто имеет зарплаты, любые, хоть бы там и по 17 миллионов, как у Роснефти, вот все они имеют ставку налогообложения 13. А самые крупные доходы у нас от труда или от собственности? А как называются доходы от собственности? Аренда? Нет. Дивиденды на вложенный капитал. То есть я вот акционер, имею акции. Я на эти акции сколько должен был платить, какой налог с дивидендов на акции до 2014 года? Сколько? Меньше. 9%. 9. То есть с малых доходов 13. С больших 9. Почему? Потому что бедные должны помогать богатым. Иначе не будет ни бедных, ни богатых. Надо сказать, что вот это выровнялось сейчас. И сейчас 13% все платят от уборщицы до миллиардера. У нас все хорошо. У нас равенство. Такое равенство, какого нет ни в одной стране. В Соединенных Штатах Америки 33%. Максимальная ставка по доходному налогу в зависимости от величины. Во Франции, я назвал, вот самая большая, 56,8. Основная масса стран имеет так, порядка 50%. Англия, Италия, Австралия. Порядка 50% налог. Норвегия. А? Норвегия, да. Вот. То есть это обычное дело. И правда, там иногда нам рассказывают, что в Норвегии почти социализм. Ну, это просто хотят сказать, что там не такой сильный уровень дифференциации доходов. У нас дифференциация доходов, определяемая децильным коэффициентом 32, 10% самых богатых и 10% самых бедных делятся, вот эти суммы доходов, получается этот коэффициент. Ну а уже в той же самой Норвегии и в других странах, в Швеции, Финляндии, скандинавских, где-то так, 2-3, 3-5. А если вы возьмете Европу западную, 5-7. Америку, Соединенные Штаты Америки.
9. Россию 32. Наличие такой колоссальной дифференциации позволяет одним, не вкладывая в производство, увозить, так сказать, деньги туда. И это не вывоз капитала. Вывоз капитала, то есть вы там построили заводы и там эксплуатируете, там, допустим, английских, японских, эстонских и других рабочих. Это вывоз капитала. А это вывод денег из страны. Причем недавно вот наши таможенные службы и наши руководители, в том числе после доклада Глазева, озаботились тем, что вообще-то надо как-то так решить вопрос о том, а можно ли вывозить миллионами долларов из России в Россию. Сейчас существует такой порядок. Если вы пересекаете границу и у вас есть миллион долларов, то вы должны написать декларацию. И прекрасно, и ставьте свой чемоданчик, и поехали. Соответственно, если вы ввозите в Россию какие-то доллары, может, уже отмыли и обратно их сюда ввозите, что вы должны делать? Декларацию. Больше ничего. Вот в этом году 7 таких было ввозов объемом более миллиона долларов. Ну, в разной валюте. Просто имеется в виду общая эта мерка. В евро и так далее. В разной валюте. Но не, вот не более. Теперь собираются, еще закон не принят, собираются сделать так, чтобы объясняли. Сейчас есть такие люди, которые специально возят. Он больше нигде не работает. Вот скажем, вы будете перевозчиком, будете переводить миллионы долларов. Ну, работа как бы опасная, да? Как-то Христос узнает, как-то могут на вас и охотиться. Поэтому не всякие на это соглашаются. Но их задача какая? Они нигде больше не работают, они отвели, привезли. По закону представители таможенной службы в российской газете, я вот лично читал, говорят, ну, мы ничего не можем. Если нет каких-то данных, что он там заведомо за границей, там какой-то жулик, и есть какое-то уголовное дело, тогда мы можем остановить, тормознуть, там как-то. А так нет, вот проводят люди, мы знаем, что там миллион. А что значит, нет, конечно, знаем, они пишут, у меня там 1 220 000 долларов. И поехал из России и в Россию. То есть, кроме всего прочего, в России такой проходной двор для тех, кто делает всякие финансовые махинации на сегодняшний день. И остается пока быть таким проходным двором. Отсюда и вывод, что когда мы начинаем решать вопросы, что вот мало денег, нет средств на развитие экономики, я думаю, это вот этот плач Ярославный не следует слушать, потому что денег у нас очень много. Только они очень неравномерно распределены, и они главным образом выводятся в офшоры. Причем выводится туда не только прибыль, а туда выводится и амортизационное отчисление, которым по всем параметрам место быть, прежде всего, в производстве. Они в производство должны уйти. В соответствии с этим стоит вопрос о том, а что означает повышение зарплаты? Вот. Скажем, при Рузвельте в Америке. И также в Германии при Аденауэре были сделаны шаги по резкому повышению зарплаты. К чему это привело? Повышается зарплата, сразу возрастает спрос на товары своей страны. Товар уходит с полок, начинается подъем производства, начинает производить те товары, которые пользуются спросом, и начинает развиваться быстрее экономика, повышается темп экономического роста. Поэтому, скажем, взгляд такой, что вот повышение зарплаты – это минус, он примитивный и безграмотный. Повышение заработной платы всегда является столчком к развитию производства. В том числе и потому, что рабочие понесут зарплату в куда? Они не будут покупать острова, они будут покупать колбасу, они будут покупать молоко и финансировать развитие тех отраслей, которые обеспечивают благосостояние народа данной страны. Поэтому другого, так сказать, лучшего способа к тому, чтобы это делать, нету. Поэтому мы, вот, как специалисты или представители умственного труда, так, или как носители знаний, в том числе должны до сознания правящего класса доносить
эту мысль о том, что даже с точки зрения интересов этого правящего класса, значит, не пытаться затормозить, вот, так сказать, во что бы то ни стало, повышение там, заработной платы, а наоборот, делать так, как это делал Форд. Там тоже не бесконечно, он делал никак себе не в ущерб. И никто не может сказать, что он разорился от этого. Наоборот, он стал миллиардером, известнейшим и крупнейшим. Но это в то же время был и компромисс. Поэтому при том, что мы говорили о борьбе, о том, что каждый класс стремится, это вовсе не означает, на чем я акцентировал внимание в этой лекции, что не надо искать таких дорог и таких путей, которые означают политико-экономический компромисс, то есть он компромисс в экономике, он же и политический компромисс в борьбе классов. Никто у классов права, как говорится, вести свою борьбу за свои интересы не отнимает, да и остановить это невозможно. Но из этого не следует, что, значит, не надо развивать то поле, на котором ведется вся эта борьба. От этого развития выигрывают все. Вот что я хотел вам сказать, и хочу, чтобы это было, так сказать, нами усвоено. Это очень важно. В следующий раз мы будем рассматривать аргументы сторон, которые выдвигаются на переговорах. На переговорах. Одна сторона одно, другая другое. Мы должны их разбирать, чтобы мы как бы заранее уже знали, с какой стороны и кто, и как подходит к проведению переговоров. А проведение переговоров предусмотрено законом, Трудовым кодексом Российской Федерации. Спасибо за внимание.